Привет, ребята, мы находимся на съемочной площадке проекта «Кое-что за даром». Мы вам будем показывать разные секретные штуки, секреты кинопроизводства. Ну, там кнопки, Надо, чтобы пока не пачкается. Я что, без перчаток? Какая дверь, Саша, по пофигу. Ну, это прикольно, на самом деле. Так лучше, чем как мы были. То есть... Скажу. Короче, ребята, сейчас я покажу, как на нашем проекте был реализован лифт. Мы долго думали, как это сделать. Собственно, сделали вот так. Может быть, многие делают так же. Это интересно. Ну, конечно, не очень удобно, но пойдемте, покажу вам. Собственно, вот двери нашего лифта. Мы взяли деревяшки, обили их листами железа. Получились двери лифта. А как они работают, собственно? Кто их приводит в действие? Синхронные ребята, два синхронных пацана, которые берут вот так вот руку и закрывают лифт. Ну, конечно, долго пришлось повозиться с направляющими рельсами, но мы это победили. Вот так вот это и работает. Все с помощью рации синхронируется. Раз, два, три. На три мы уже открыли, на три мы уже закрыли. Собственно, вот так вот мы синхронизируем наши двери этого лифта. Лифт, собственно, это одно целое вместе с коридором. Можно это понаблюдать. Отойди, пожалуйста. Не, она у тебя так будет параллельно. Ладно, я понял, я раздеваюсь, да, чего вы на меня смотрите. Да. Ну, надо посмотреть, как теперь показывать. Как я буду супервайзер? Как он держит? Я рукой буду. Вот здесь нужно. А к себе руку. Да, вот так. Сейчас все, приготовились. А есть какое-то белье? Нет, ничего. А? Нет, какие-то мусоры? Нет, сейчас пока рука только видна. А, да. Да, пока, да. Сжимание видно. Да, можно сжать, да. То есть вот с боков сжать, и она тогда это сама спускается. Давайте, приготовились. Камера. Да, исходная. Сцена 16, кадр 14-17, дубль 3. Да, это как в кадрах фильма «Под первого лица», когда аттракционом стали посыпаться. Ля, не смотри. Не жарко. А мы... Давай повыше. Ну, это опять вы. Что, опять? Ну, сколько можно уже? Опять хотите секретов со съемочной площадки? Ну ладно, пойдемте, есть еще один секрет. Короче говоря, расскажу вам про то, как мы сделали блымающую лампочку возле морга. На самом деле там все очень просто. Пойдемте, покажу сначала лампочку. Вот та самая лампочка. Вот эти лампочки у нас блымали в кадре, собственно, когда главный герой приехал на нижние этажи морга. А сейчас мы покажем, как это работало. Там очень крутая схема. Мы поставили место для световика прямо на плейбеке. И здесь сидел оператор нашей лампочки. Он делал вот так. Просто брал и нажимал. Пойдемте посмотрим, что получилось.